В Красноярском крае подходит к завершению уборочная кампания. По последним данным, в регионе обработаны 815 тысяч гектаров земель. Это более 85% от плана. Заготовлено почти 2 миллиона тонн зерна. Полностью закончена уборка в Пировском районе, а также в части хозяйств Канского, Большемуртинского районов. Лидерами в крае по урожайности зерновых являются хозяйства «Искра» в Ужурском районе, «Заря» в Емельяновском и предприятие «Назаровское». Кроме того, уже началась подготовка почвы под урожай следующего года. Все работы дружные, сплоченные, но выходят все вовремя, допоздна работаем, до сколько можно будет работать. Так что дай бог, чтобы дорога, погода постояла, и мы вовремя все закончили, всю уборку. Ну, иначе подсолнечник неплохой, гречиха тоже наросла, так что надеемся, чтобы вовремя все убрать. И сегодня под руководством губернатора Александра Уса состоялось заседание Президиума правительства, на котором обсудили проблемы и перспективы уборочной. В этом году сезон прошел непросто. Из-за сложных метеоусловий затянулась посадка, а в 44 хозяйствах из-за засухи посевы сгорели. На помощь аграриям из регионального бюджета была направлена значительная сумма свыше 5 миллиардов рублей. Ведется подготовка почвы под урожай будущего года. На сегодня спахано зяби 345 тысяч гектар, или практически 51% от запланированного объема. Также, безусловно, одна из главных задач уборочной кампании – это засыпка семян. 185 тысяч тонн уже засыпаны.